В Италии начались частичные административные выборы мэров и членов городских советов. Они состоятся в 900 городах и населенных пунктах. Проголосовать могут около 9 миллионов человек. Новое руководство будет избрано, в частности, в Палермо, Генуе, Парме и других городах. Выборы продлятся 2 дня и имеют очень важное значение. Итальянцы, в частности, выскажут свое отношение к политике жесткой экономии, которую проводит технический кабинет во главе с Марио Монти. Голосование станет проверкой популярности и ведущих политических партий, таких, например, как «Лига Севера», которая потряс скандал о растрате средств из партийной кассы, и бывшая правящая партия «Народ свободы». Станет известно, какой поддержкой в обществе пользуются ныне и левоцентристы. Тем временем в стране возникают новые политические движения. Лидер одного из них – эксцентричный Беппе Грилло. Он, например, хочет, чтобы Италия отказалась от евро. Согласно некоторым опросам, демократическая партия немного опережала Народ свободы. Однако более 38% респондентов еще не сделали своего выбора.